Ну что же, сегодня очередь Канады сидеть на поле. Это у нас, значит, колышек вбитый такой с веревочкой. И все по очереди тут у меня привязываются. Поле закрытое, так что кол с веревкой не сопрут. Канада сегодня... Ну, скажем, разные там причины для этого бывают. Но она как бы делала вид, что она меня не знает, что она типа дикая лошадь. Даже первый раз, когда я ее взяла, она шарахнулась, там что-то подпрыгнула, изобразила там не знаю чего. Типа сейчас вот она от меня убежит, потом я к ней... Ну, я налила ей воды, там даже ее немножечко... купнула. Ну, жарко эти дни очень. Потом она повалялась, так сказать, остыла. И с удовольствием, значит, когда второй раз я подошла с веревкой и сказала, пошли гулять, она с удовольствием со мной пошла гулять. Вот. Злата сегодня с ней свободная, но с куском веревки. С, ну, не с куском, а правильно будет сказать, с ошейником. С поводком, вернее даже, чтобы на всякий случай, вдруг, если ей взбрендит не ловиться, не слушаться, то хоть я смогу подкрасться сзади и схватить за веревочку. Все, пусть пока пасутся. Сегодня я не стала днем эти все процедуры проводить, жара. Все, сейчас уже перед закатом, короче. Ветерочек, попрохладнее. Вот таким образом эти две девочки учатся премудростям жизни лошадиной. Хотела их освободить уже, но нет, все-таки еще рано. Жара меня, конечно, это смущает, эта дурацкая жара, ну что поделаешь. И вот хотела вам такой радостью поделиться. Эта малышка у нас иноходец, как кукла. Кукла тоже иноходится, но использует иноходь, когда захочет. Такая же была у меня Шакира. Иноходец. Иноходцы, знаете, в чем? Они правые и левые ноги представляют вместе. В Греции такие лошади очень ценятся. И вплоть даже некоторые борются за разведение такой породы, значит, чтобы сводят там, но не всегда, знаете, не всегда выходят иноходцы. Скорее всего, у греческих лошадей, у них у всех в крови есть этот ген, многие могли бы, но потом в зависимости от того, как им удобнее, они выбирают, каким шагом будут ходить, обычным или необычным. Да, вот в Греции это называется аравани. Или некоторые называют аривани, что означает, вот, когда две правые и две левые ноги лошадь представляет одновременно. В вчерашнем видео немножечко видно, что Канада идет таким шагом. В принципе, в видео я на это внимание и обратила, представляете, так как у меня лошади этим... не страдают, как бы, иноходью. У меня была одна Шакира, от нее потомства не осталось. И... Ну, вот кукла, то, что она иноходец. Ладно, там, я знаю, но она это не часто использует. Иноходь хочет, бегает. За машиной, например, бегает иноходью. Так ей удобнее. Так. Ну ладно, когда буду забирать, покажу. Ну, что могу сказать? А вот, вот эти лошадки, две, очень неплохие ученицы, они прям за мной следуют очень-очень хорошо, прям на 5 с плюсом. Сегодня Канада менее уверенно шла за мной, а Злата, наоборот, довольно-таки уверенно шла. Канада немножечко сомневалась тут насчет
машины. Я рядом с воротами ставила машину. И все такое. Ну, постепенно мы научимся. Научимся, сомнений в этом нет. Все, ставьте нам лайки. Кстати, вчера Злата, когда здесь паслась, я ее привязала в другое место, поближе уже, когда там ждала, когда рабочие албанцы закончат. Так вот, два паразита, два или три на мотоциклах. Я привязала лошади вот эту колонну. И пока ждала, когда закончат, там уже рабочие. И я слышала, что эти хулиганы уже с самого начала той левады, где пасутся все лошади, основной табун, уже начали хулигане стадок, вот это вот, ну, я не знаю, как это по-русски называется, когда мотором газуют, короче, газуют, газовать стали, да. Стали газовать, и здесь, значит, прям что-то выделывались, испугали лошадь так, что она вырвала вот этот бетонный кусок забора и порвала и веревку. Хорошо, что не сломала шею и убежала. Я только увидела, что лошадь бежит перепуганная, и побежала ее забирать. Вот такой хулиганье у нас, такой хулиганье. Ну, а вам, если понравился этот видосик, он, конечно, так-то особо ни о чем, в принципе, только этапы воспитания Канады. Удачное, скажем, удачное воспитание Канады. И чуточку Злата даже сегодня попалась. Вот. Но думаю, оно достойно лайка. Достойно наша Канада лайка. До новых встреч.